Парад водно-моторного спорта, приуроченный ко дню Красногорска, прошел, а точнее проплыл по Москва-реке перед Павшинской поймой. Это яркое мероприятие уже третий год подряд становится неотъемлемой частью праздника. В составе шествия этого года водные просторы покорило более 30 человек. А зрители в очередной раз убедились – Красногорск – город, поражающий разнообразием. Ну, мы считаем, что Красногорск – это водная столица Московской области. Мы всячески это подчеркиваем. Мы проводим фестивали для детей, проводим фестивали для жителей городского округа. Мы развиваем водномоторный и водный спорт, популяризируем его и доставляем жителям небольшое удовольствие наблюдать нас на воде. Поддержали уже сложившуюся традицию вейк-клуб «Малибу», Федерация водно-моторного спорта России и Федерация грибного слалома России. Среди участников парада были именитые спортсмены, с удовольствием покорившие местную акваторию. Они стали примером, как интересен может быть спорт на воде. Красногорск – мой родной город, я в нем родился, живу и стараюсь продвигать грибной слалом и водные виды спорта в этом округе, в этом районе. Чтобы люди приходили, занимались и кайфовали, получали удовольствие от обуздания стихии. Занятие спортом на воде – это очень классно, потому что в повседневной жизни мы редко сталкиваемся именно с водной стихией, вот с такой, какая она есть. А именно занятия на лодках, на сапах и так далее очень классно знакомят нас с водой, с этой стихией. И на самом деле это очень интересно, увлекательно и совсем не страшно. Подобное мероприятие в этом году финальное. Погода вынуждает завершать сезон. Но для местной акватории это лишь перерыв. В следующем сезоне водный спорт вернется в Павшинскую пойму с новыми масштабными планами.